Всем привет! У меня сегодня покупки очередные из подружки. Сейчас пока супер скидки и действуют скретч-карты. Очень-очень выгодно брать все для дома, для ухода. Ну, в общем. Так, начну я вот с таких вот замечательных орешков в шоколаде. Это у нас кешью в бархатной какао-пудре. Очень классный продукт. Это у нас новиночка. Есть еще чернослив, есть арахис, миндаль, курага и, по-моему, все. Я пробовала пока только вот кешью и, по-моему, что еще? Чернослив пробовала. Вот, мне понравилось. Сейчас со скидкой, если брать с максимальной, очень выходит выгодно. У меня это вышло... Ну, начальная цена 199 рублей. Вот, у меня это вышло... Соответственно, 40% скидкой за так около 100 рублей что-то. Еще не вижу. Так, вот, нашла. 199. 119 рублей. Вышло. Вот так это выглядит. Конечно, тут уже все стрескали. Разного размера орешки. В составе еще была салфеточка влажная для рук. Вот, очень вкусно, но они прям вот пачкаются, вот, то есть вот такой вот. Очень вкусно, я не знаю, насколько здесь полезно, не полезно, я уже не берусь тут по составам разбираться, потому что я иногда читаю состав, мне потом говорят, ты что вообще, что, окстись, вот. Это очень вредно, но вот так вот вам покажу. Здесь дорированный эмульгатор, ну, скорее всего, не самое полезное, но хотя бы вкусно, вот. Значит, дальше, что я взяла? Я взяла вот такой вот порошок. Порошок этот японский у нас. Давно на него смотрела я. И он с ферментом. Именно вот этот клин, он идет с ферментами для, ну, более тщательного, так скажем, очищения. То есть для более тщательной стирки. Где у нас? Вот у нас по-русски написано. Безупречная чистота, тра-та-та, действие 3 в 1, эффективно удаляет свежие загрязнения, устраняет даже застарелые пятна белкового происхождения, например, следы крови, яиц, травы, и придает вещам мягкость и нежный аромат. Вот, то есть этот порошок, который уже в составе содержит, ну, я так понимаю, пятновыводитель, ну, так скажем, по-русски, правильно? Вот, подходит он для всех видов стирки, чему тоже я рада. Ну, я, в принципе, только в машинке стираю. В составе 900 грамм, и я думаю, хватит надолго. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри, кстати, да, заодно. Так, по цене я вам сейчас тоже скажу. Ага, вот так вот это выглядит. Я думала, будет ложечка. Ложечку нам не положили, да? Ну да ладно, может быть, она где-то есть, может, я ее не нашла. Ну, то есть прям вот так, безо всяких фольгушек и без всего, это дело у нас с вами находится. Так, и стоил этот порошок Фанс, он у нас с ферментом яичного белка. Получился он, верхняя цена 469, со скидкой 40% у меня вышел 281 рубль. Я считаю выгодно. Дальше я взяла вот такую новиночку для себя. Это Кинсука Hair Care Mousse. Мусс, который идет ухаживающий. То есть он идет не для укладки, а для ухода. Вот. Мусс уход за волосами. Давно на него смотрела, и сейчас на него очень хорошая цена идет по нашей вот этой вот распродаже, которая проходит, да, в январе. Я вам сейчас скажу, сколько это стоило. Мусс уход 99 рублей. А до скидок он стоил... Тут есть у меня эта цена? Да, 169 рублей. То есть... Хорошая скидка в 70 рублей, я думаю, очень даже. Сейчас мы с вами сразу и попробуем. Можно наносить на влажные, можно на сухие волосы, но я люблю такие вещи наносить на влажные все-таки волосы. Встряхнуть. Встряхиваем.
И наносим. Я сейчас после окрашивания как раз посмотрим, как это все дело. Ой, так прикольно. Я думаю, пока будет достаточно. Сейчас я нанесу и вам расскажу. Так, ну, по аромату это очень вкусно. На волосах распределилось быстро. Правда, пришлось еще одну горошину такую же делать. Ну, не горошину, а такого, да, объем. Нам тут обещают, что будет прям вообще супер-пупер удовольствие. Здесь и протеин какой-то, ухоженный внешний вид, и кератин в составе. В общем, электролизацию убирает. То есть волосы будут не такими пушистыми. И расчесываются легче волосы. Вот. Поэтому. И даже написано, да, что придает великолепный аромат. Аромат действительно прикольный, приятный. Вот. Значит, нанесла. Сейчас посмотрю, как это все, когда высохнет, что это будет. В комментариях, если вам интересно, спрашивайте, я вам отвечу. Дальше, что я взяла еще? Вот такую штучку от Kintsugi тоже. Это у нас спрей для фиксации кудряшек. То есть, как бы, по идее, насколько я поняла, этот продукт, это когда вы завиваете волосы, вы этим спреем можете зафиксировать свои вот эти вот локоны, да? Тут у нас написано: для кудрей обладает невероятно легкой текстурой, не утяжеляет и не склеивает волосы. Спрей придает локонам упругость и эластичность, надежно фиксирует кудри и надолго сохраняет роскошную укладку. Ну, в принципе, то, о чем я вам говорила. Без эффекта липких и жестких волос. Идеально подходит для нормальных и тонких волос. Хорошо взболтать перед использованием, распылить спрей на влажные или сухие волосы, высушить волосы при помощи фена или дайте высохнуть естественно. Что-то я не поняла. Ха, это не... Я думала, это, как знаете, накрутиться и потом попшикать, да? То есть, чтобы был эффект. Ну, посмотрим. Я и так попробую в любом случае. Или это просто для кудрявых волос, чтобы как бы текстура кудряшкам была. Ну, не знаю. В общем, попробую, потом вам, конечно же, тоже расскажу. Этот спрейчик у меня был тоже по какой-то хорошей цене. Со скрейч-карты 95 рублей. Верхняя цена 159 рублей. С 40% скидкой я его взяла. Так, ну и еще что я себе взяла для хозяйства. Это вот такую вот штучку. У нас это пятновыводитель. Тоже бренд вот этот. Как он, господи? Всегда забываю. У меня с японскими названиями какая-то беда. В общем, бренд такой же, как и... Господи, как у порошка. Значит, тут у нас что? Это стик против пятен. Там в комплекте две штучки. Карандаш-пятновыводитель справляется с любыми пятнами от кофе, чая, вина, кетчупа, масла, ягод, загрязнения от животных, крема для обуви, удаляет пятна от зеленки, йода, чернил, маркеров, жевательных резинок и никотиновые загрязнения. Тут даже можно использовать на обувь. Вот. Написано тоже, как это все делается. Буду пробовать, вам потом обязательно расскажу. У меня, собственно, на джинсах, на рабочих, у нас униформа, да, если вы не знаете, у меня униформа, низ – это джинсы должны быть. Вот, и на джинсах у меня на новых, при приемке товара, в общем, сделали, ну, нарисовали на мне нечаянно маркером. Вот, мы когда принимаем товар, маркером отмечаем коробки. Вот, и поэтому... Жалко, как бы, да, там прям такое пятно. Я решила вот такую штуку попробовать. Вот так это выглядит. Два таких брусочка. Аромат я не чувствую. Буду пробовать. Вам, конечно же, повторюсь, расскажу. Стоила эта вещь у нас. Сейчас я вам сейчас скажу. Порошок не то. Из двух просто чеков. Так. Стик против пятен вышел с 40% скидкой 155 рублей, а верхняя цена 259. Ну, в принципе, если он рабочий, то очень даже, ну, нормальная цена. Проверим. Все, вот такие были покупочки у меня из моего любимого магазина. Спасибо за то, что посмотрели до конца, за то, что ставите ваши пальчики вверх, за то, что подписываетесь на меня и пишите свои комментарии. Пока-пока!